Привет, друзья! Я после работы иду домой и хотела вам рассказать. Значит, сегодня, ну, естественно, все пришли на работу. И давай спрашивать, как ты себя чувствуешь, там, как у тебя давление, тра-та-та. И под обсуждением этим оказалось, что я гипотоник. Вот, в общем, я хотела спросить у вас, если вдруг у вас тоже пониженное давление, и вы восприимчивы там к погоде и прочим, я знаю, что, ну, тоже сегодня обсуждали там с девчонками на работе, есть некоторые продукты, которые повышают давление, а есть, которые понижают. Вот кто... Кто с пониженным давлением, у кого проблемы, например, возникают, когда давление повышается и вам плохо, да, вам нужно что-то съесть, чтобы понизить давление. Я не имею в виду лекарства, я имею в виду продукты. Вот, может быть, вы мне посоветуете какие-то продукты, которые понижают давление. Вот, потому что лекарства отпадают летом, это точно. Вот, так что жду советы в комментарии. Пишите. Мне очень интересно вообще самой узнать, что, ну, что это за продукты. Вот, и также будет, я думаю, интересно другим тоже почитать. Пыльца какая-то летит. Ужас. Красиво так. Вот, пойду сейчас дальше до остановки, а там меня мама встретит на машине. Сегодня мы едем на дачу, еще Алиску надо поймать. Вот, как всегда, она сейчас заподозрит, что мы куда-то едем, и спрячется под диваном. Так что увидимся позже. Буду для вас дачный влог снимать. Ой, пока-пока. Вот так вот я сейчас буду собирать землянику. Посмотрите, сколько ее полным-полно. Крупная, красная, белая. Красота. Только успевай снимать ягодки ароматные. Так хочется сразу в рот. Сразу в рот сладенькие ягодки и беленькие, и красненькие. Итак, друзья, привет! Мы на даче. Уже второй день, сегодня у нас суббота, уже вечер. Честно говоря, так много всего надо было сделать, поэтому я вообще не бралась за камеру. Вот, сейчас покажу вам, что сделала, ну, какие вообще новости, что, как, чего происходит. Мама косит на заднем плане. Вот, хочу познакомить вас со своим новым помощником. У меня теперь есть тачка одноколесная, как я и хотела. Очень удобная, маневренная. Можно легко повернуть туда, куда надо. И никакие препятствия не мешают. Вот. Что, ой, пардон. Что еще хотела сказать? Хотела показать, что вот здесь я выкопала все ненужное. Ну, как-то надоели мне всякие фиалки лесные и прочее. В общем, маргариток тоже выкопала половину, а то слишком они расплодились вот здесь прям пятном. И сейчас посажу, вот семена лежат у меня, посею сюда виолу. Анютины глазки зайдут, не взойдут, да и хрен с ними. Вот. Потом там вот это самое...
подкормила лилию, она хорошо растет. Вторая, походу, погибла. Вообще нету ни ростка, ничего. Там цинни у меня. Сейчас обкапываю, траву убираю. Вот. Это пока что этой стороной занималась. Ну, тут все по-старому. И еще вот здесь вот тоже начала просто вырывать траву, убирать под пионами. Там старые какие-то отцветшие цветы обрезать. А вот эти вот цветы, значит, вот эти все обрежу. А вот здесь один оставлю куст, потому что у меня постоянно спрашивают семена. Ну, не семена, у меня спрашивают, как бы нам вот эти цветочки себе. Я говорю, они только семенами, потому что пересадку они не переносят. Поэтому только семенами. Вот, и один куст я оставляю на семена. И белые, то есть у меня белых мало, а в основном розовые. Ну, вот там вот виднеется несколько штучек белых. Белые я обрезать не буду, оставлю на семена, пусть их размножаются, их будет побольше. Вот, так что пока что из такого, из новостей, пока что все. Начала копать грядку новую на поле там за сараем. Вот, и как-то вообще, ну, немножко распланировывать начали участок. Как-то делать новые грядки, там, туда-сюда передвигать. Вот, и собрала сегодня клубнику, землянику. Уже практически все съедено. Клубнику решили сварить варенье. Потому что там она какая-то не очень мелкая, кривая. Не знаю уж от того, что сухое лето было, ну, начало лета или чего, но, в общем, решили из нее небольшую баночку варенья сварить. Вот, пока что вот так обстоит дело. Может быть, еще увидимся с вами завтра. Сегодня пока нечего снимать. Привет, друзья! У нас сегодня воскресенье. Холодно, пасмурно, ночью лил дождь, сейчас где-то часов 11, и тоже периодически накрапывает. Гремит гром, и синие тучи так с горизонта ползут. Вот, что хотела сказать. Наверное, снимать сегодня не буду, потому что постоянно дождь. Вот, сегодня прорву траву вокруг гороха. Там посмотрю, некоторые уже созрели стручки, можно собрать. Вот, с клубники буду, наверное, варить варенье. Посмотрю, если песка хватит, там хотя бы килограмм. Потому что что-то как-то получилось, что на даче нет песка сахарного. Вот, еще что? Ну, так, в плане каких-то новостей. Малину посадим, наверное, если успею докопать грядки. Если нет, тогда в следующий раз покажу, как будем делать это. Ну, так, мельком. Основные этапы. Так, в принципе, все. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Ссылочку, если получится, поскольку я сейчас на телефон снимаю, если получится, добавлю в описании под видео. Проходите, кто новенький, подписывайтесь обязательно на Инстаграм, потому что какие-то важные новости всегда первым делом появляются там, потом уже на Ютубе. Вот. Я жду ваши комментарии по поводу всяких там вопросов. У меня были в предыдущие дни. Вот, и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Ставьте лайки.